Короче говоря, войнушки. Это был четверг. Я беззаботно валялся. И вдруг я услышал звук. Я пошел открывать. О, сколько лет, сколько зим, братан, не виделись. Я тебе тут кое-чего принес. Ну, короче, гуляй по всей квартире, а я пойду сейчас кое-что принесу. Ну, окей, я все равно редко в этой квартире. Тут ничего ценного. Тут тоже ничего. А вот тут я почти стал пожрать еще. Это не очень вкусно. Это не. Это маленькое. Это не совсем. А пупичитос. Я уже пришел. А я тут состав читаю. Так, крупа, кукурузное масло, растительное, ароматизатор, пшеничная мука, сухая. Все ясно. У тебя тут скучно как-то. Я покажу, что такие веселья. Я случайно тут табуретку забыл убрать, просто в школе стулья неудобные. Короче, играем на вот эти деньги. Ты серьезно, что ли? Да. Я готов! Правила просты, как 5 копеек. У каждого по 2 жизни. И каждый должен убить противника. Это... мощное оружие, дробовик. Оно убивает с одного выстрела. Но оно очень медленно перезарядительное. Это маленький пистолет. Он очень мало сносит, но он очень скорострельный. Это сильный пистолет. Но он очень... очень требовательный. А вот это вот гранатомет. Здесь даже ничего объяснять. Это почти что самое сильное оружие из этого арсенала. Так вот почему ты носишь это оружие, почему-то в террористической маске. Так, не отвлекаемся. Ну ладно, я уже начинаю играть. Так, можно выбирать оружие? Кроме этого я его возьму сам. Ладно, возьму этот листик и этот. Одно. Ладно, возьму вот этот листик. А в нем одна пулька? Да. Хорошо. Менять уже нельзя. Ужасно. Ну ладно. Ой, ты ничего не слышал, это настоящие деньги. Ну все, готово. Куда по нам? Они мне нужны. Блин, я возродился, у меня только одна жизнь. Блин, где бы бонус? Это же бонус! И он заряжает пулю так, что он сносит целых 2 жизни. Так, заряжаем. Отлично. И выключай камеру. Надо! Нет! 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 Но я выиграл деньги. Кстати, они были просрочены. Что? Слава богу, это был сон. Ты хочешь эти деньги еще выиграть? Короче говоря, войнушки. А под конец я бы хотел бы вам порекомендовать канал Slavundal Op. Это друг, кстати, который снимался в этом видео. Он снимает довольно интересные видео, например, Modex 2, Modex, Shadow Fight, Roblox, Рыбалка и все такое, что интересует. У него довольно хорошее видео, канал только развивается, поэтому подписывайтесь на него, как это сделал я.
Ну, всем пока.